так. Готовить одной. Я карму очищаю. Я уйду, и ты скажешь мне плохие слова. А что за первый запрос, ты мне скажешь, мужик? Вов, хочешь порыгать? А, еб... Не хочу. Как называется первый запрос? Ты у меня это спрашиваешь. А почему это, кстати, реально? Драма Квин, Дрейпинсы, Драк обладает и Буда, Дрейк Твич, Дрейк оф ФЦ, Дрейк и Диппинс, блядь. Драма Квин Гаврилина. Давайте просто Дрейк напишем. Так, пошел одетик. Доброе утро, передай. Ну, Дрейк, ну, блядь, извини, нахуй, это слово Дрейк, мы обязаны закон. Просто контекст попасть. На, листай, сколько влезет, да, смотри, хорошо, комментарии. Как передай он. Привет. Оле. Шо, нахуй. Ну, я сегодня видел видос. Просто никто ничего не написал, ёпт. Ничего страшного, дальше. Так вот, я собираюсь баллотировать. Мой гинеколог. Мой проктолог, блядь. Перчи надел. Это я косплей на Слендера был, блядь. Я еще хуй затягивал, да. Я думал, кринжи нет, Иван. Так. Я сам не видел что-то. Блять, что нахуй? Чё это, блядь? Там, блядь, о, блядь, о нет, блядь, ужас! Вот вы идете. И вот это хуякать, слышь, Вань, ты обосрался, блядь. Ты лайкал-то, блядь. Ну-ка дай я посмотрю, что ты лайкал. Да я не лайкал, чё, я закладываю, что Дрейка буду. О, блядь. Да ты ставишь лайки, боже мой, я вчера час да отлайкивал всю эту хуйню. Заебал. Это новый. Не, это другой какой-то. Вы подняли тему Юбер в Китае. Опа. Да, опа! Да, блядь! Опа, подожди! Да ну на! Свистит, блядь. Хорошего света. Бля, вот у него реально такое пишут. Понял, я у тебя не нашел ни одного сообщения, блядь. Дай сюда. У него зашел. Дай сюда. Все, Дрейк, извини, пожалуйста. Шикарно, дай сюда. Слишком круто, вай. Сестре очень красиво. Так это Эдит оценивают, ты. Идеал. А в чем проблема? А когда у него следующий концерт будет? Шикарный эдит. Господь. Прекрасно. А, о. А у него будет концерт в этом году? Охуенно. Как ослепнуть от этого шедевра лучшее, что я видел? Можно вопрос, а где вы нашли эти нарезки? Ладно. Давай сюда. Не, дай сюда. Это ты мои лайки не смотришь. Так, блядь, ты сказал, ты лайкал. Не лайкал, я ж сказал. Шель сказал, что ты лайк. Наеб***, значит. Ладно. Дрейк, погоди, ты не смейся, я сейчас у тебя такой найду. Да, я тебе помогу. Тихо. Дай я тебе помогу, я просто знаю, нет, что написать. Нет, ты не поможешь. Нет, ты не поможешь, не трогай. Ты просто знаешь, что я знаю, что написать. Я знаю, блядь, что надо делать. Фильтры, блядь, и сначала новые. Последние 24. Ну, на этой неделе лучше. Ой-ой-ой! Я знаю этот звук, тише, я тренированный. Это сегодня. В камеру только встань. Мне показалось, что на этом констриме был похож на OG Буба. Кто? Первая расческа. Второе, Иван. Третья вот этот пальчик, четвертый вот этот пальчик. Бля, Иван, ёпта, пойди нахуй с эскалатора туда вниз. Это типа скинуть бомжа? Чел с ником Адольфи пишет, что с ним случилось, почему он, блядь. А ты ниже посмотри. Адольфи, мне сегодня приснилось, что я стою с кучей людьми, приходит Дрейк, он такой, всем привет, он даже со мной за руку поздоровался. Я спрашиваю, а ты чего тут делаешь? Он показывает на учебнике, говорит, иди делай уроки, дебил. А я не хочу, я уже взрослый, я хочу от него детей. Конец. Блядь, ну пришлось снять деньги. И ну, географические могу, плакаты, я, блядь, и я такая, ты чего, математику и географию преподаете? Он такой, типа, да поставьте на паузу, сука, невеста. Я запрещаю его обижать, пишет сосиска в тесте. Мой гинеколог, уролог, акушер, педиатр, психиатр, психолог, стоматолог, хирург, окулист. Окулист из меня разъебный получился бы, блядь. И лор, блядь. Ступайте в путь с новой авы. Сейчас сдохну от Егора Крида. Я переезжаю в Россию. Чей муженек, признавайтесь, пишет. 21 ответ. Тут, наверное, мой, наш, в очередь, мой. Наш! Дай наш! Напишу, лесбиянка, очередь! Лесбиянка Даня, как вам? Очередь. Так, погоди. Извините, мой. Это что за предатель народа? Бля, это какой-то полуслон, бля, я хуй знаю. Это полурак, полуху... Какой-то неопределившийся, слышишь, чей муж. В одних тиктоках он твой муж, в других тиктоках...
Какой-то горем. Короче, в одних тиктоках Дрейк муж, в других ты. Понял? Будь здоров. Буду. Так, что еще у нас есть? Вот сюда, блядь. О, нет, блядь, на... Иванчик. Это не я делал. Это ты сам сказал нажать. Так он все равно нажал. Братишки на синей нет, я ничего не понял. Где... Меня тут вообще нет, ёб что ли. У Дрейка есть девушка? Ну-ка, ответы. Нет, и у Диппинса. Уточнила. У Диппинса до сих пор нет девушки. Нет, и у Диппинса. Ребят, у Диппинса... Фу, лохи, нет девушки до сих пор, ёб. Фу, лохи. Мне говорили то, что у Дрейка, пока у Диппинса нет девушек. Есть парень. Фредерика просто для уверенности в еб... Если с ними поехала Диана, это кто? Ревнует, что ли? Ёб. Дрезина в реках, блядь. Дрезина, блядь. Диппинсы... Да. Но меня не было на стриме, дайте нарезки. Да идите, кто пишет за нарезки, дебилы ебаные. Нихуя им не давайте, к бомжам этим. Тебя интернет отключили, сын. Если делать такие нарезки, потом вот включается стрим, и вы позоритесь. Ну, буквально, блядь. Блядь, ну, меня типа... не было на нарезки, дайте стрим. Алло, ты глупый, блядь. Ты не можешь зайти, интернет, блядь, открыть. Или что, вбить, ну, стрим Диппинса, блядь, смотреть запись, или что-то. Это мой блядь. Не, просто ТикТок это весело, но то потом есть, открывается то Twitch то и... То есть, блядь, у тебя есть время, ссылки с ТикТока перебивать в Safari, блядь, но у тебя нету времени зайти на YouTube нарезку посмотреть, или на... Какие дебилы, ебать. Не могу, блядь. Сука, блядь. Дрейк изменяет Мазелу, понял. Чё, блядь? Ладно, Дрейк, спросить, это такая же хуйня. Что такое Мазейка, почему он канон? Это с Русланом стрим. О, не, я хочу тебе показать одно. Ну ладно, всё. Короче, одно, там, нихуя, у тебя видишь? Все равно жижнее, блядь. А все, чего? Что не жижнее, приходит его, приходят его и пишут ему. А вот чё, Иван, нету? А чё, нету? А чё, нету? А чё, нету? А все. Иван, ты походу не так Иван. Слышишь. А все. Я не понимаю людей, которые каждый год повелся. Ой, ну вот это, блядь, единственный момент. Подожди, это не, это рофлик. Но, если чё, мне такой же сделали почти. Ну вот. Как бы это рофл. Это рофлик. Ну, у меня точно рофлик. У меня тоже. Нет. Нихуя. Там... Хочу. Да, реально. Зажрался, ясно. Короче, не было. Бля, ну там все равно рофлик. Наркоман! Вань, ты не найдешь. Я знаю. Прям сам... Стой! Стой, открой. Открой первый. Не понял, что прям с самого начала начали писать, типа задержал на 10 минут, дрочил и т.д., а потом наркоман и т.д. Чё наркоман-то, блядь? Ты что продал за дозу там? Не знаю, я просто увидел сегодня смертельный файл определенный. Там был «Идит тебе», и там было написано «Души мужей», и там было 200 комментариев. Надеюсь, он не увидит. Это обратная психология. Я вам придумал, блядь. Я не стал это лайкать, чтобы тебя не заложить. Открой историю тогда просмотров, найди его. Блин, кого открыть, блядь? Историю просмотров. Ты чё, ты в ТикТоке всю жизнь... Ты в ТикТоке всю жизнь не знаешь, как историю просмотров включить? Нет. Ты чё, рофл? Мой, блядь. Точку в поиск напиши, блядь. Нет, точку просто в поиск напиши. Точку, блядь? Я это не знал с точкой, кстати. Точку. Вот отправляй, найти. Смотреть историю просмотров. Едь. Здесь ТикТоки? Вы чё, алё, ребята, блядь. Боже, ебать, тяночек лайкаешь, бро. I don't wanna be a rapper. Ладно. Вот это зря, блядь, слышишь? Вот это ты зря пи***л. О, блядь, всё. Пошла песня, дай. Перевод. Я хочу быть рэпером, я хочу быть снайпером. Спасибо. Думала, что мне попался прикольный эдит, а тут пяточки Дрейка. О, бля. Бля. Ну смотри, чувак. У него по 20к на стримах, а в шоке, на аватарке ты в очках, блядь. Прикинь, что я тут делаю. Причем посмотри, старая. Что я тут делаю, блядь, вообще. То, что любишь. Вообще, блядь, я по приколу, блядь. Да ладно, ладно, бывает. Ну это, кстати, такой хороший жест, добрый воли. Доброй воли. Мне впервые в реке попалось нормальное видео с Дрейком, очень классный эдит, кстати. Ну ладно, тут еще более-менее как бы коммент. Ой, что это со мной? А ну на коленках, бро. Смотри, Света 208. Светка. Ну, репост, а давай посмотрим. Че, репост? Да, давай ее репост посмотрим. Давай, ну вот. Ну вот и пошла нахуй. Ну так это свой-то, блядь. Иван. Вы будете кушать угощение? И что, блядь? Бля, какой пиздец. Вообще, что мы, блядь, смотрим? Офигенно, надеюсь, Дрейк заметит. Нужно написать зарисовку, где Илья рэпер, а Денис снайпер. Любви не будет, лол. Я в туалете это... представила, как я сейчас эстетично это снимаю. Что? Звук трусики. Да, Иван, это уже... Я плачу, мне родители не разрешают носить юбку, говорят, Кирилл тоже... Смеяться надо. Алексей!
Нет, это не смешно, я твою маму выебал! Нет, это смешно, это смешно, да. Сейчас, сиськи лайкнул, открой. Ты не лайкал я, блядь, история про смеха. Скромная, наверное. Скромная или нет? Лишь бы вставить что-то на... Бать, ты сиси, нихуя. Да я не лайкаю, это, блядь, история просмотров, это мой тикток рекомендации. Он, ну а чё у тебя рекомендации, девчоночки? Рекомендации строятся на том, что ты лайкаешь вообще. Вот этих открой двух. Да потому что мне он налайкал, чё вчера, можешь, ты забыл? Там пожалуйста. На три лайка. Я налайкал тебе, блядь, каких-то мам вообще. Нет, стой, ты скипнул, верни в юбочках, что, вот блядь, этих вот двух. Сука, хватит мне звонить, я не поделаю. Да не, они какие-то охуенные по виду, если честно. Тут уж проси, вози классные девочки. Это вот это смешно было. На чём бы жопу, блядь, обосрался, что ли? Такс. Какой... Блин, второй раз смотрю то, что я сегодня уже смотрел, я правильно понимаю? Опа! Вот смотри. Так вот! Это было уже, да. А вот эту открой, вот эту в бодике. Вот эту в бодике. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам делать любовные привороты? А вы как думаете? Ух, найс. О боже мой! Смотри, пошли женщины. А вот эту сверху открой, вот эту. Где? 3-4 лямчика. Ебать, это что, она так поменялась, косметику, блядь? Ебать, кто это, блядь? Я не знаю. Давай не пи***й, тут мы с тобой не знакомы еще были. Да, блядь, просмотрено. Смотри, сколько тянок, ебать. Иван, ебать. Иванчик, нихуя. Нихуя. Да это потому, что вы задерживаетесь на этих видосах, блядь. И вы понимаете, сука? Вы понимаете, из-за этого идиота... Мне это и попадается, я потом сижу, пытаюсь нормальные тиктоки, я каждый Иван... раз включаю тикток, он на пиздит, посмотри, он пиздит, он пиздит. Идите, блядь, короче. Я, блядь, тогда еще тикток не взял его в руки, я вчера только его вам взял. Вам может понравиться. Диппинс про Украину. Давай. Не, ну такое хуй, наверное, как понравится. Бля, все, тикток. Вы видели, как он в ППХ выключил историю? Да, да, оправдываться за езду на его слезы говорил. Понятно, Иван. Я завтра хочу улететь из Китая. Чтобы что, чтобы беспалево там тиктоки с женщинами смотреть?